Вот так сейчас темно. 25 минут шестого. Машины гудят. А космонавтов, наверное, там вообще капец. Пробка. Закрывается только сам. Вот такое небо. И такие лужи. Полиция, что он тут стоит? Ну вот, на космонавтов явно там, наверное, пробка большая. Поэтому все на Масанчи приехали. Вот так у нас. Последствия сильного ветра и ливня. Смотрите, что творится. Масанчи стоит от Сатпаева и прям до Абая сплошная пробка. Это называется недвижимость. Недвижимость в Алматы. Вот видите, как идет. Пока в магазине были, пробка рассосалась. Вот нам нужно в аптеку. А как туда пройти? Наверное, нам придется обходить весь квартал. Здесь потому что никак. Не, никак. Даже по кривой не пройдет. Да, придется обходить. Ну, смотрите, какая драка. Даже... Подождите, сейчас я их отгоню. Вот гады, а. Даже машину не боятся. Нет, они там опять. Посигнальте громко. Бьются насмерть, смотрите, ужас. Пришлось обойти мне через двор. Тут все тоже не так уж просто. Тоже речки. Сейчас просто вам покажу, что здесь у нас на космонавтов делается. Все бежит. Где попало. Потому что здесь у нас арыка нет. Раньше он вот здесь проходил. Теперь он вот здесь под землей. Получается арык. Но течет, как вы видите, везде. Вот. Сейчас я вам покажу. Я хотя бы смогу пробраться к аптеке. Да. Видите, все льется по тротуару. Я так понимаю, что это все выливается из арыка. Или с канализационного люка. А что здесь? Ну вот тут арык. А, это тоже арык. Видимо, там дальше забито, и вот оно льется вот так. С этой стороны тоже есть лужа и грязь, но уже хотя бы можно зайти в аптеку. Там мы зашли, но свернули во двор. Тут я видела сейчас женщины. Там перелазили. Обходить далековато, что-то неохота, но что же я полезу. Не в грязь, а вот здесь. Вот здесь пролезть можно. Так. Давайте я вас подержу сюда, забирайтесь. Не за что. Так. Главное тут не развалиться. Шиповник, да? Только резко не отпускайте, сейчас я возьмусь за него. Все, держу. Не за что, и вам спасибо. Так. Я тут еще лезу. Опа. Пролезла. Вот так. Сейчас люди стали немного добрее друг другу, помогают.
Это на стадионе.